если мы будем стратегическим партнером США в военном отношении, мы будем вместе с Польшей и странами Балтии представлять интересы США в военном отношении, потому что мы будем выполнять роль сдерживания России, то мы повторим путь Израиль, Япония, Южная Корея. Страны, которые являются стратегическим партнером военным, они должны быть и примером по уровню жизни, потому что другие страны тогда в мире не захотят быть со Штатами военным союзником. А я верю в Украину, и я считаю, что на данном историческом этапе Украина состоится. То есть уже было много попыток, начиная с Переяславской Рады, 18-й год, там, Беловежская пуща. Всегда нам что-то мешало, всегда что-то происходило. Но в этот момент, в этот раз мы состоимся. То есть мы выйдем из состава империи, мы станем членом НАТО, Евросоюза, станем прекрасным. Коли це може статися, за вашим підрахунком, якщо можна? Прекрасним, ну, я думаю, в течение 10 лет. Прекрасно європейською розвитою країною.